Добрый день. Представляю ваше внимание лот номер 1 Lindberg Mix. Вес мешка 650, женский и мужской микс. Футболка размер N. У состава 80 хлопок, 20 полиэстер. Спине рисунок. Брюки. Молнии, пуговицы, шлевки, два кармана спереди. Брюки легкие. 96 полиэстер, 4 эластан. Размер 34, объем талии и рост. Брюки у нас облегченные в сетку. Футболка размер XS в белом цвете. Рубашка с потайными пуговицами в темно-синем цвете. Размер M. Футболка размер L. Брюки на резинке. Имеется шнуровка, шлевки для ремня молнии. Два кармана размер. Это будет 52 по составу. 49 полиэстером, 46 и 5 эластан. Рубашка с потайными пуговицами в белом цвете. Размер не указан. Ветровка с потайными кнопками. Также потайная у нас молния. Два кармана на молнии. В рукаве резинка. Размер S. Платье спортивное на пуговицах, размер M, с двумя карманами. Футболка, размер S. Брюки облегченные на молнии с пуговицами, шлевки, два кармана. По составу полиамид, эластан и полиэстер. М. Футболка L. Джинсы плотные на пуговице, молния, шлевки, два кармана спереди, два кармана сзади. 32 объем талии и рост. Джинсы в черном цвете. Велосипедки S. Рубашка на пуговицах с нагрудным карманом, размер S. Джемпер S. Футболка поло L. Футболка поло с нагрудным карманом, светоотражающие элементы, размер XS на рост. 165. Футболка размер S пола. По составу 85 полиамид и 15 эластан. Куртка. Имеется нагрудный карман. Два у нас основных на липучке. Два дополнительных сбоку на молнии. В рукавах у нас имеется липучка. Можно рукав сделать пошире, можно поуже. Липучки, молнии. Далее. Здесь у нас отстегивается.
вытаскивается. Будет куртка, гетровка облегченная, как плащ, можно сказать. Также курточка чуть потеплее, но тоник все равно. Также с карманами на молнии. Размер М. Куртка 2 в 1. Все подробности о лоте в описании под видео. Спасибо.